ты же просто так мимо проходил, да? А вот еще один явился. Ну и где бы мне укрыться? Еще один явился, и кто же успел побывать здесь до меня? Сперва сюда заявились торгаши из Сетарифа и пытались выкрасть мое золото. Ха, ну я им устроил. Я гнал торгашей до самой границы джунглей. О да, я им показал. И только разобрался с этими пронырами, как прямо сюда заявляется еще один. Правда, он был не так прост. Кто? Как он выглядел? Он был в грязных сапожищах, ввалился в мою хижину и стал все хватать. Он был слишком гадким, даже для одноглазого человека. У него была повязка на лице? Да, точно, была. Человек с повязкой на лице, куда он отправился? Он ушел, когда я сказал ему, что дальше на север отсюда дороги нет. Куда он пошел? Назад, на юг, в обход горы. Наверное, через руины. Наверняка он уже мертв. Тут столько диких зверей. Что там еще? Я недавно завел себе пса для охраны овощей и грядок, но никак не могу его воспитать. Это же сущий забияка! Сторожевой пес здесь? Да, да. Я выманил его из пещеры. Теперь песик никому не дает приблизиться к моей хижине, включая меня самого. Решено. Я постараюсь утихомирить твоего пса. Чудно. А за мной будет должок. И награда. Дай мне срок. Где твои наделы? Да возле хижины моей. Чуть на северо-западе отсюда. Я скоро вернусь. Неважно, какого размера пес, все равно его можно убить. Вот, держи свиток, он битком набит семенами. О, вот и славно. Чудненько. У меня есть золото, но придется обождать. Жди. Ждать? Чего? Я спрятал его от воров в животе. Ничего, вот опростаюсь, и будет тебе золотишко. Нет, ты оставь золото себе. О, среди нас завелись филантропы, да? Тогда у меня есть другая плата. Вот, держи. Спасибо. А это ты где прятал? Вы? Молчи, я не хочу этого знать. Как знаешь, как знаешь. Да, вот еще что. Что? Здесь очень тихо и спокойно, правда? Ну, преподал пёсику урок? Какому чтоб тебя пёсику? Там был мракозверь. А, так вот как называлась эта порода. Так я могу уже вернуться в хижину? Животное мертво, но это просто чудо, что оно тебя не сожрало. Ну я же невкусный. Однажды меня выплюнула даже ящерица. Этому я охотно верю. Так что там с наградой?
Да, разумеется. Вот, вот. У тебя еще остались травы? Я могу расплатиться золотом. Золотом? Давай. Золото. Эй, стой! Тед, ты жив? Ты жив? Тед, я не... Мертв. Тебя съели звери. Моя вина. Это все моя вина. Мой нож у тебя в ноге. Нож? Ты чего там вбил себе в голову? Ты же хочешь отомстить, да? Отомстить! Это за этим ты вернулся из владений Белиара? Ты что, не понимаешь? У меня не было выбора. Ты или я? Ты или я? Ты... Или я. Ты или я?
А, искатель приключений. То, что надо. А что такое? Мертвые выходят из волн морских. Здесь, на Святой Земле, мы в безопасности. Но и выбраться не можем. Мертвые выходят из моря? Буря была ниспослана темными силами. Теперь в чреве морском ее силы поднимают тела. Какими темными силами? Я чувствую источник зла поблизости. Он покоится среди обломков кораблей, укрытый от чужих глаз. Да, угадаю. Если я искатель приключений, то речь пойдет о заплывах, поисках и драках. Если перейти к сути, то да. Почему бы вам не заняться этим самим? Разве целая группа магов не способна одолеть зло? Мы не сидели, сложа руки. К сожалению, все наши усилия ни к чему не привели. Мои спутники всего лишь подмастерья. В тайном ритуале они отдали мне свою силу, и теперь они опустошены. Вы проводили какой-то ритуал? Мы сотворили бурю, которая разбила о скалы миртанийские корабли. Король Эторн был прав. К нашим границам приближались войска Робора. Погоди-ка, как это ты поднял волнение на море? Значит, ты нежить тоже? Миртанийцы, да. Их рыцари, паладины и солдаты. Король Эторн, должно быть, ты выходец из Сетарифа? Я Хатон II, придворный маг короля. Ты что, и правда обо мне не слыхал? Нет, я родом из Фишира. Фишир? А, остров принца Бастарда. Как ты назвал мою родину? Остров принца Бастарда. Не кипятись ты так. Это очень длинная история. А кто этот принц Бастард? У первого короля Сетарифа было много сыновей. Был среди них и незаконно рожденный бастард по имени Мелган. Он не слишком радовался своему положению, а потому решил взять трон силой. Переворот провалился. В наказание братья Бастарда сослали его на далекий остров, чтобы Мелган остаток дней прозябал вдали от всех. Ха, а наши старосты рассказывали совсем другую историю. Чему тут удивляться? История в изложении потомков Мелгана была просто обязана отличаться от слов его братьев. Что сейчас творится в Сетарифе? Если честно, то я не знаю. Едва на пограничных башнях завидели войска Робора, как мой король направил меня к южному побережью. Мудрое решение. Хочешь сказать, что у Сетарифа хватит сил на противостояние армии Робора? Да. Я пройдусь по берегу и посмотрю, что можно сделать. Странник, ты нас очень обяжешь. Если наткнешься на что-нибудь подозрительное, принеси находку нам. Быть может, мы сумеем очистить артефакт и разрушить злые чары. У тебя ко мне вопрос о трансцендентальных волшебных объектах? Нет? Thank you.
Кто здесь? Это вы, повелитель? Заклинаю. Позвольте мне служить вам даже в смерти. Служить в смерти? Разве ты не жрец Иноса? Кто это? Ты не повелитель. Как ты смог пройти мимо моих слуг? Слуг? Каких еще слуг? Здесь что-то не так. Кто ты? Ты не Друрханг. И уж точно не он. Я не стану отвечать. Кто такой Друрханг? Говори. Мой хозяин и повелитель. Но даже он служит высшей силе. Ты не жрец Иноса. Что это ты сжимаешь в ладонях? Покажи. Нет. Нет! Наконец-то новое лицо. Ты что-то нашел. Я это чувствую. Среди обломков я нашел умирающего жреца Иноса. У него было вот это. Адана, защити. Ни один жрец Иноса не притронется к такой вещи. Так я и думал. Это статуэтка Белиара, верно? Скорее, положи ее на алтарь. Нам надо ее уничтожить. Прекрасно, незнакомец. Больше море не будет выпускать из своего лона орды нежити. Разделайся с неупокоенными на берегу, и мы будем свободны. Нежить? Они давно порублены. Можете выходить на берег. Превосходно. Прошу, возьми это в качестве награды. Ты уберег нас от страшной участи сгинуть в джунглях. Теперь вы отправитесь в Ситариф? Да. Но сперва я должен взглянуть на этого ложного жреца Иноса.
О, новенький. Отправил экспедицию. А погода все хуже и хуже. Чужак? Здесь?